Я учусь на юриста, но я не хочу работать юристом. На кого я учусь, не знает даже замдекана моей кафедры. Студент Кубанского госуниверситета, и я будущий математик. Я программист немного, я музыкант, я творческая личность. Я учусь на учителя истории и обществознаний. Кем конкретно я буду, я не до конца понимаю. Занимаюсь наукой, если быть точнее, философией экономики. Я учусь на управленца. Я загадочный. Примерная дочь. Так, я трудолюбивая, я очень упертая, я... Да много всего, господи, так и не перечислить. Я активный, любопытный. Шустрая. Ответственная. Я думаю, что интересно обо мне, что я очень легко учусь новым штукам. Главная наша цель — это более просветительская. Евангелизм своеобразный. Часто приходится объяснять, почему Одноклассники — это не социальная сеть для пожилых людей. Конечно, всех ребят, студентов очень интересуют образовательные проекты. Я рассказывал им, как через Geekbrains, как через другие образовательные проекты можно попасть на стажировку или на практику в компании. Как евангелист, действительно, я рассказываю о компании, о возможностях трудоустройства, потому что многие ребята хотят стать частью такой огромной компании, но они не знают как. Допустим, я читала лекцию программистам, которые впервые услышали о том, что Mail.ru Group нуждается в сотрудниках. А у нас в Ростове-на-Дону, и в том числе в моем университете, есть огромное количество крутых ребят.